Памятная доска пособнику фашистов Горегину Нжде в кубанском Армавире закрашена черной краской, рассказал депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов. 11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти Армавира, а также представители местного отделения Союза Армян России обещали демонтировать памятную доску организатору так называемого Армянского легиона СС Горегину Нжде. Алексей Виноградов не раз заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос, и так как из-за бездействия краевых и местных властей, а также органов прокуратуры доска осталась на прежнем месте, депутат Виноградов вырезал свою активную гражданскую позицию, закрасив черной краской мемориальную доску Нжде, пишет информационное агентство «Красная весна». Памятники тем, кто замрался в сотрудничестве с Третьим рейхом, это оскорбление народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски, заявил Виноградов. Демонтировать памятную доску Нжде жители Армавира потребовали еще в 2017 году, направив коллективные заявления в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры. Однако требования местных жителей так и остались на бумаге.